Количество отравившихся рыбой во Львове уже превысило 60 человек, и больные продолжают поступать в инфекционную больницу, в их числе 6 детей. Напомню, люди отравились рыбой, купленной на привокзальном рынке этого города. Первые лабораторные исследования показали, что у пациентов сальмонеллез. Полиция установила, что продавец не соблюдала санитарные нормы. Скумбрию она коптила у себя в гараже. Женщине вручили подозрение, ей грозит до 8 лет лишения свободы. Стан всіх пацієнтів, які залишаються на стаціонарному лікуванні або середньої важкості, або наближений до задовільного, вже виділено збудник, який спричинив захворювання. Це є сальмонелла.